планируют ввести новые правила использования смартфонов в школах. Законопроект на эту тему могут принять до конца года. По документу пользоваться телефоном на уроке школьники смогут только с разрешения учителя. Или если это связано с безопасностью жизни и здоровья всех участников процесса. Например, учителю стало плохо или у школьника заболел живот, и ему обязательно нужно позвонить родителям. Речь не идет о полном запрете смартфона в здании школы. На переменах гаджет будет в твоем полном распоряжении. Как именно будут реализовываться новые правила, каждая школа решит самостоятельно вместе с родителями учащихся. Где-то планируют сделать шкафчики, а где-то попросят учеников оставлять средства связи в портфеле. Тем, кто продолжит использовать телефон на уроках, предстоит объясниться перед родителями или даже директором. Чего бы очень не хотелось, правда? Правила вводятся для того, чтобы ученики ответственно вели себя на уроках, были дисциплинированными и включенными в процесс обучения. Так что не волнуйся, посмотреть наши мемы сможешь на перемене. 16 ноября на пленарном заседании Госдумы законопроект рассмотрят в первом чтении.